гостях в анекдот-шоу сегодня Антон Лирник, музыкант, писатель, великий-великий юморист. Я знаю, что вы еще и в ИП-гид, это правда? Я еще в спектаклях играю, так что, дорогие друзья... Так, ладно, вот. Блин, гид! Ну и гид тоже, да. А все. Давайте краткую экскурсию по мне. Тут много достопримечательностей, много есть мест, где хотел бы побывать любой гетеросексуальный мужчина. Коль вы юморист, скажите что-нибудь на своем, на юморницком, а? Ну, я специально сейчас аккумулирую всю энергию, чтобы там вот на площадке выдать все. Вот весь юмор. Вы настроены абсолютно серьезно. Че же я пришел? Я хочу деньги выиграть, тут же деньги есть? Нет. Антон, наверняка частый в вашей жизни вопрос. Что общего в дуэте имени Чехова и собаки имени Павлова? При виде денег у нас тоже течет слюна. Спасибо большое, хорошего вам настроения, победы!